Всем привет! В своих комментариях вы просили меня взять вас с собой на дачу. Ну что ж, дорогие подписчики, приглашаю, заходите. Мы обосновались здесь, на Можайском водохранилище, уже целых 25 лет назад. В начале 90-х мы с мужем колесили по всему Подмосковью и выбирали участок для строительства на протяжении 2 или 3 лет. И когда случайно по объявлению в газете приехали посмотреть окрестности сюда, под Бородино, то влюбились в эти места сразу с первого взгляда. Тогда здесь были еще мало освоенные дачниками места. Поля, жаворонки, леса. Эти квилты я вам уже показывала. Thank you.
мы сюда в некоторой спешке перед самым введением пропускного режима в Москве. Думали, что едем ненадолго, неделя, максимум две, поэтому я взяла с собой только нитки, правда, взяла все, и машинку. А ткани и краски для ткани оставила все в Москве. Но карантин все продлевают. Правда, нам, дачникам, конечно, на это грех жаловаться здесь, на природе, по сравнению с теми, кто сидит взаперти в многоэтажках. Но вот передо мной встал вопрос, а что я здесь буду шить, поскольку тканей у меня здесь нет никаких, только старые белые простыни. Ну, ответ как бы один, только это какая-то вышивка. Но мне захотелось еще немножко добавить каких-то красок все-таки в эту будущую вышивку. Но красителей, опять же, здесь пока органических нет никаких. В апреле здесь вообще все было голо, только бадан у пруда и хвойные на участке. Сейчас в мае уже кое-какая трава выросла, но, опять же, этого, конечно, недостаточно по сравнению с тем, что растет летом и что можно придумать летом в этом плане. Но у меня еще здесь, как ни странно, оказались авокадо несколько, а косточки от авокадо – это прекрасный краситель в розовый цвет, если вы не знали. Ну и, в общем, после приведения дома после зимы в порядок, я занялась как раз этими красильными экспериментами, которые покажу вам обязательно в следующем ролике. Что-то получилось, что-то нет. Ну вот сейчас уже буду приступать к работе. Может быть, это будет натюрморт, может быть, какая-то просто веточка в вазе. Попытаюсь создать что-то из ничего практически. Ну, на этом все. Будьте здоровы, берегите себя, не болейте. До следующего ролика. Пока!